Боевики на востоке Украины сбили два украинских военных самолета, сообщил пресс-офицер штаба АТО Алексей Дмитрошковский. У нас есть информация о сбитых самолетах-истребителях. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, сказал он сегодня, 23 июля. По информации журналиста Романа Бочкала, один из самолетов выполнял боевое задание в районе Лисичанска. Летчики успели катапультироваться, их пытаются сейчас разыскать. По предварительной информации, район эвакуации контролируют боевики.